Итак, добро пожаловать в российский сегмент. Вот мы проплываем стыковочный узел. И вот это вот гермоадаптер модуля ФГБ, который был первым модулем, запущенным в космос в рамках строительства Международной космической станции. Он как бы является опорным, базой строительства МКС. Я вам покажу его чуть позже. А сейчас мы заглянем в модуль МИМ-1, который пристыкован к гермоадаптеру модуля ФГБ. Вот это модуль МИМ-1. За панелями расположены различные грузы. Вот вы видите два холодильника. Вот в оранжевых боксах различные научные эксперименты хранятся. Это модуль как научный, так и складской. Тут выполняю эксперимент я. Эксперимент называется «Кальций». Сейчас я вам покажу. Вот эти боксы. Делаю я два раза в неделю. И состоит он в том, чтобы понять, как у человека в условиях невесомости вымывается кальций. И насколько это можно предотвратить, это вымывание, потому что оно критично после приземления, кости становятся хрупкими. Вот emergency, аварийные укладки. Если вдруг случится течь аммиака на станции, мы должны срочно отреагировать, потому что в такой атмосфере дышать можно не больше минуты, дальше легкие могут сгореть. Поэтому срочно должны надеть маски, изолировать американский сегмент, ну, в общем, работать по процедуре.